В соответствии с законом Вологодской области, подростки старше 16 лет в зависимости от возраста могут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых до 22 или 23 часов. Есть среди устюжан и те, кто хочет изменить установленное время пребывания подростков на улице. Каким образом возможность изменения продолжительности комендантского часа? В настоящее время отмечается положительная практика применения закона о комендантском часе, но его продление должно обсуждаться и приниматься на областном уровне. Продолжительность комендантского часа регулируется законом Вологодской области от 8 декабря 2010 года. В связи с этим его изменение возможно только путем внесения каких-либо поправок депутатами представительного органа субъекта Российской Федерации. В нашем случае это законодательное собрание Вологодской области. Всего за два дня за помощью и разъяснением тех или иных вопросов обратились 10 устюжан. По ряду вопросов будут приняты меры прокурорского реагирования. В остальных случаях даны квалифицированные разъяснения. Андрей Жилин, Максим Колосов, новости провинции.